Мире очень важна. Они осуществляют свою деятельность не только по соблюдению мира по итогам войны, но и предотвращению столкновений между сторонами конфликта. Также гуманитарную помощь являются посредниками при переговорах. Также это очень важно не только, в первую очередь, не только для государства, но и в первую очередь для мирного населения, которые становятся жертвами этих войн. На сегодняшний день нет других альтернатив в мире, как использование для улучшения ситуации в конфликтах, военных каких-то ситуациях, именно использование так называемых миротворческих сил. Есть очень много вопросов к ним, вопросов их и поведения, вопросов их и размещения, состав миротворческих сил. Однако, я думаю так, что все-таки Организация Объединенных Наций остается сегодня самым главным наднациональным органом для всей Земли. Мы знаем, что сегодня очень много конфликтов в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке, где использование миротворческих сил являлось довольно-таки эффективным. Thank you.